предоставляю слово заместителю председателя Балаклавской районной администрации Козлову Николаю Александровичу. Уважаемые балаклавцы, дорогие друзья, уважаемые наши гости, уважаемые наши замечательные артисты, Балаклава действительно славится у нас. Это город фестивальный, это город спортивный. Все лето у нас идут фестивали, фестивали авторской песни, фестивали эстрадной музыки, классической музыки. То есть мы, в общем-то, избалованы немножко музыкой, но не такой, как сегодня прозвучало. Это здорово. Вы нам привезли высочайшее высокое искусство Балаклавы. Сегодня жалко, конечно, то, что праздничные дни, все скоротично все это произошло. Не все балаклавцы имели счастье вот услышать такую музыку. Мы вспомнили такие песни, которых мы давно уже не слышим по телевидению, давно уже не слышим по радио. Я хочу поблагодарить наших вот музыкантов, руководителей, вот всех-всех-всех за такое великолепное исполнение. Такие голоса привезли вы нам сегодня. Мы в восторге просто. Балаклава сегодня, в общем-то, встречает вас, вы видели, какими аплодисментами. Я очень рад, что сегодня, вот кто нашел время прийти сюда, действительно, сегодня огромный подарок сделали майские нам замечательный коллектив Неаполитанский оркестр. Мы выражаем огромную благодарность от всех балаклавцев, от всех наших жителей. Вот, и надеемся, что эта встреча будет не последняя. Мы вот за сегодняшнее, вот то, что приехали в Балаклаву, мы дарим вот такую картину. Вот наша Балаклава, кусочек здесь. В тумане Кемерская крепость, Кемерские башни, море, скалы. Это вам от нас. И там...